Вот это грустное письмо. Дело в том, что трудные времена, и человек беспокоится за судьбу именно садоводства. Одна надежда, что частники, садоводы не опустят руки из-за этих мер по развалу экономики. Сейчас включат этот станок денежный. А вы думаете, как? Сейчас надо людям деньги раздать хоть немножко. Другие страны раздают. Вот. А никто ни разу не видел этих денег отложенных. Они же за рубежом. Вот. И непонятно вообще, если они. Поэтому сейчас включат станок. И наши сбережения, даже небольшие, будут уничтожены. Так называемые сверх этой, это самое, сверхинфляция, суперинфляция, так? И вот получается, он о чем беспокоится? Что хоть как-то на своем горбу вытянуть загибающееся садоводство. Иначе обычному народу придется питаться грибами, ягодами и топинамбуром. Его сажать не надо, сам растет. Да. Власть, придержащая себе пайков, наделась, да, сейчас начнут делать продуктовые наборы. Если резко не закончится, то придется. Если резко не закончится эта самая инфекция. Так, ну, нам будет это, у нас в пайке будет, допустим, банка с килькой, а им, конечно, закроют. Но это нормально. Потому что, когда я говорю, мы возмущаемся, поставим на их место, откажетесь вы от красной икры или нет. Вот. Так вот, дело беда в другом. Проект получил предварительное одобрение. Я хочу сказать, что загибающее садоводство никто не вытянет, и даже мы. Вот смотрите, суперщеренки никому не нужны. Значит, косточек это самое берут, ну, сами понимаете еще. По сравнению со всей Россией это 0,001%. Так, саженцев Сергей, значит, продать, который вырастил, он все так и не смог. Сейчас весна, я сам в эти дни все время там. Вот. Нет покупателей, вообще нет. Ко мне когда-то, 10 лет назад, очередь была с центральной улицы, машины стояли. Все. То есть его никто не вытянет. Вот огород, я тоже, вторая у меня тема любимая, домик деревни. Значит, без яблок, груш придется обходиться, это точно. Я сейчас такое отношение к этому, а к кому это будет волновать, когда у людей не будет хлеба и мяса, или хотя бы яиц. Вот. Это всегда было на первом месте. Остается вариант такой, домик деревни, и быстрее-быстрее вернуться на брошенную дачу, купить дачу, которая недорогая, допустим. Так. Вот. Еще. И успеть посадить морковку, свеклу, все самое то, что требует. И то, что не придется покупать. И картошку. 35 лет назад, когда сюда приехал, это было нормой. Вот. Все мы работяги, включая мастеров, мы были мастерами. Рядом с нами были электрозники, электрики. Вот. У меня начальник цеха, у него зарплата была уже тогда раз 10 больше нашей. Я был мастером, а он начальник цеха. Вот, 20 соток картошки держал. Я говорю, ты че, это, что ты с ума сошел, это? Это же горбатился, причем сам горбатился. Это был нормальный мужик такого кулацкого типа. Он же начальник цеха, у него было это, уже, ну, зарплата так, а премии какие-то почему-то сумасшедшие. То есть он относился к элите уже. Мы простые мастера, он к элите. И вот. И вот я рассказываю, почему. Потому что это же не я написал это письмо. Алексей написал. Теперь мои рассуждения терпите. Смотрите. Он смеется, говорит, Константинович, у меня голубятня. Там несколько домашних голубей живет. Каждый день я поднимаюсь в голубятню на даче. А там сидит пара этих диких голубей. Я им головки откручиваю, и у меня всегда свежий суп. Вот. Картошка своя, говорит, пальцы загибает. Участок 20 соток, все свое. Вот, закаток несколько сотен. Вот. А куда деньги деваем, это, говорит, другой вопрос. А принцип такой. Куры свои, все. То есть, видите, а это начальник цеха. Сейчас таких начальников цеха нет. Сейчас простые люди начнут загибаться от вируса. Почему? Потому что они ничего не умеют. Ну, среднее звено.
офисный плантон. Он сменил нормальных людей. Трактористов сменил этих самых. Вот. Чернорабочих сменил. Ну, тех, кто пахал физически. Короче, с этим, единственное, что еще дай бог, чтобы хотя бы картошку посадили, успели, прежде чем голод начнется. Придем к картошке, только бы не надо ждать, пока это сейчас нам деньги раздадут. Нам деньги раздадут, скорее всего. Потому что есть пример других государств, где дают там 1000 долларов в месяц каждому. Вот. Но там другое дело, там меньше воруют. А здесь все, что вот сейчас идет, оно сейчас распиливается. Это ладно. Но еще и эти деньги, они же как? Ну что-то людям дали. Так. Что-то дали. А откуда взяли деньги на то, чтобы дать? Инфляция. От этих же деньги будут дешеветь, дешеветь, дешеветь. И получится в сумме то же самое.